Всем привет, друзья, с вами Нильф Горн, это версия игры TRTH 0.7.6. И сегодня мы с вами потестим гусеничные треки Geo Corps. Наверное, у кого-то появятся мысли, типа, в чем прикол, почему, зачем? Да потому что я с ними ни разу не ездил, и на данный момент они как бы доработаны полностью. Точнее, я их протестил тогда, когда они только-только появились, вот в тестовом варианте, и они были... Ну, так скажем, не очень. И мне захотелось протестить их еще разочек, ну, посмотреть, так скажем, по полной программе на них, потому что все-таки это интересная вещь, да, любые гусеничные треки, они интересны, потому что, ну, здесь они, ну, могут показать что-то интересное. Ну, в плане того, что любая гусеница на них интересно ездить. Давайте посмотрим. Во-первых, их три штуки. Так, левая, да, я так понимаю, правая, или правая, или левая. И, так скажем, серединная. Она вот так вот выглядит. То есть ее можно как бы поставить под низ, посередине. То есть вообще любыми способами. Другой вопрос, вот самый главный-то вопрос, в чем заключается? В том, во-первых, где у них перед. Ну хотя, если, допустим, если это у нас право, то это у нас лево. Left, надо вот запомнить, left легче, чем right. Для меня, по крайней мере. И вот, в принципе, мы вот так вот устанавливаем, допустим. Во-первых, смотрите сразу же. Сразу же можно заметить одну интереснейшую вещь. Вот, кстати, так, вот это left, да, получается. А можно я могу ее поставить вот наоборот, да, в другую сторону, чтобы она смотрела? Допустим, вот так вот, да? И здесь я могу вот так вот поставить. Ну, реально же смотрится очень круто, да? Давайте теперь попытаемся проехаться чуть-чуть, да, то есть. И вот первое, что бросается в глаза, они очень низкие, да, то есть они прям вот-вот-вот, прям вот-вот вообще низкие. Но вот сразу могу сказать, видно, что поворачиваемость у них увеличилась, потому что раньше они как-то очень дерганно себя вели. Скорость, конечно, очень медленная, но выглядит прям вот, понимаете, сразу представляется какая-то вот платформа, да, то есть, или какая-то база, да, на вот этих гусеничных треках. И мне очень интересно, как они себя ведут, когда, допустим, ездят по блокам, но здесь, наверное, не получится проверить что-то, да. Хотя вот видно, что они подпрыгивают. Из горки, я так понимаю, они что, быстрее разгоняются, что ли? Нет, вроде бы стабильная скорость. Давайте поставим, знаете что, сразу же, ну вот, чтобы затестить вот так вот. И на всякий случай вот так вот. Да, то есть скоро, нет, стоп. Чё? Посмотрите на скорость движения. Вот по прямой, окей, прямая. Не знаю почему, скорость скачет. И смотрите, когда он стартует, вух, 30, видите цифру 30? 30 и потом падает. Непонятно, непонятно. Но все равно очень круто выглядит, вот, ну, эти шасси. Давайте по-другому их поставим. А по-другому это как просто чуть ниже. Посмотрите, я немножко нагрузил гусеничные треки. Ну, то есть, видите, да? И вот смотрите, с поворотом что стало. Он какой-то очень, мне кажется, или он... С какими-то такими... Ладно, это ерунда, наверное, я презираюсь, окей. Но все равно, на данный момент, то есть видно, что гусеничные треки вообще спокойно выдерживают такой вот вес, достаточно большой, да? При том, что вот эти вот отбойные молотки, они вообще очень круто смотрятся. Ну, очень круто весят на данный момент. Так, давайте мы еще преобразуем, так скажем, превратим наше это устройство, ну, в какое-то более такое технологичное, что ли. Вот смотрите, о чем я говорил. Когда вы жмете вперед и поворачиваете, он прям вот у него какой-то, ну, у него проблемы начинаются. Вот, смотрите, то есть сейчас в данный момент не все гусеницы работают, а работают только две, которые пытаются повернуть. Когда я просто нажимаю повернуть, все нормально. Вперед, назад, все нормально. Но вместе не получается, да, то есть это интересно. Ну, вот такое вот устройство в данный момент я построил и... И в принципе, меня устраивает. Посмотрите на колеса. Ну, точнее, вот на эти вот гусеничные траки. Видно, что они так ой, страдают, ну, типа, мучаются. Но, в принципе, нормально. То есть, в принципе, нормально. Вот, видно, что по блокам, вот, видите, проскакивает. Это, конечно, не очень. Но,
Ладно, а как они еще тогда по-другому, да, себя должны вести? И сейчас у меня появилась одна мысль. Смотрите, у меня, видите, стоят комбайны, да, которые должны добывать, ну, автошахтеры. Давайте попытаемся встать вот, вот так вот сейчас вот, вот так вот припарковаться. Сейчас припарковаться попытаемся. Нет, не получается. Вот так вот, нет. Нет, вот так вот, нет. Вот так вот. Вот так вот попытаемся. Вот так. Нет. Давайте еще как-нибудь попытаемся. Я хочу попытаться одну вещь проверить. Что конкретно я хотел проверить? Эти шахтеры, они работают тогда, когда устанавливаются над источником ресурса, да, вот таким вот. То есть, если я, допустим, ну, предположим, вот как-нибудь... Ну, давай, разворачивайся. Вот как-нибудь вот сейчас вот так вот. Пынк. Нет, они не добывают, значит, они должны быть сами установлены. Это на самом деле немножко... Ну, как бы это сказать? Сводит... Ну, узконаправленные делают эти шахтеры. Можно было бы реально делать такое какое-то устройство, да, которое бы, допустим, подключало трубы. Ну, в принципе, логично же, да, то есть начинает бурить, допустим. Вот же она прям подключена, вот прям в источник, как видите. Вот за этим блоком у меня там спереди и сзади по два якоря. То есть, в принципе, можно было их развернуть во внутреннюю сторону, чтобы они выкидывали прям вот сюда, вот куда-нибудь ресурсы. Они сразу падали на конвейер, конвейер сразу их перегонял на крафтовую штуковину, да. И, то есть, это было бы интересно, потому что в данный момент я не могу какого-то мобильного шахтера сделать, да. А приходится именно ставить какую-то базу. Это немножечко неправильно. Вот сейчас вывод по этим гусеницам, вот по этим гусеницам, только один. Что немножечко неудобно управлять. То есть, это, знаете, как реально... В каком-то танке или еще что-то типа такого нужно делать. То есть это сначала влево, потом вперед. То есть нельзя сразу несколько клавиш нажимать. Такое типа, знаете, по рычагам нажимаем. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот это сейчас очень опасно. Хоть и база у меня сохранена, но, ребята, воу-воу-воу. Умри, гадина, умри. Покусился на мою базу. Ну это все. Она, кстати, выдержала, видите, щиты сдержали весь залповый огонь врага, и все нормально. Ну, понятно, он проиграет, хоть он и невероятно мощный. Да почему же ты разворачиваешь пушки? Ты серьезно? Ты серьезно? Понимаете, в чем прикол? Ты серьезно? Ты развернул пушки, чтобы... О, боже, как же, конечно, смешно иногда... Они уже между собой начали драться, да? Ну ладно. Здоровое, конечно, устройство, но у него даже, смотрите, регенерационный щит стоит, но батареи что-то я не вижу. Кто-нибудь видит у него батареи? У него ведь только обычные, по-моему, блоки. Вот такое ощущение. А нет, вон есть батареи. А нет, собственно говоря, у него и работают эти все щиты, все это у него работает. Понятно, понятно, почему он еще не взорвался от моих... Просто с зарядов, да, то есть от моих пушек. Все, он кончился полностью. Теперь будет, наверное... А, нет, еще не кончился. Еще батарея у него есть. Да живучий-то гад, а. Вот теперь кончились, по-моему. Все, вот, все. Боже ты мой, а, вот зверюга-то. Теперь я хочу проверить одиночные гусеницы. Те, которые, в принципе, хорошие. Но я боюсь, у них будет такая же проблема с поворотом. Так, ребят, ну что ж. Вот такое устройство я построил. У меня здесь установлено, получается, 6 вот этих гусеничных траков. И я сейчас потестю, они намного лучше. Во-первых, они... Вот я, смотрите, вперед. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ю-ху! Просто ушли. Во-первых, с ними можно поворачивать, когда вы жмете и влево, и вправо, то есть и вперед вместе. Это круто, это реально круто. И в данный момент я тут переборщил, конечно, с двигателями, потому что здесь стоит в два ряда, получается, здесь 6, здесь 12 двигателей, куча батарей для топливных баков, куча батарей для энергии. Теперь я вот так вот буду располагать щиты, они идеально, видите, идеально здесь построены, то есть батареи стоят по бокам, посередине в один блок стоят маленькие батареи, там еще всяческие щиты, регенерация. Впереди буры, пулеметы, пушки, лазеры, просто для эстетического вида. И вот здесь вот у меня по бокам еще стояли
по два огнемета, я их убрал. Знаете почему? А потому что анимация... Настолько много анимаций, что игра сама... Сама игра, не компьютер, а сама игра не может прогрузить ее нормально. Скорость езды. Давайте... Вот единственное, наверное, я что не поставил, это спидометр. Давайте мы его сейчас воткнем, затестим. Вот здесь вот по два спидометра поставим. Так вот, вот так. Вот, ставим спидометр, все отлично. Наша скорость 19-20. Давай, разгоняется! Вот, 20 миль в час. Конечно же, еще раз повторяюсь, со скоростью реактивной мы, конечно, тут прям вообще без проблем наносим всем урон просто невероятнейший, да, то есть, ну, как видите, спокойно разносим всех и спокойно двигаемся. Вот эти гусеничные треки мне очень понравились. Во-первых, установка их позволяет, установить их можно вообще в любой позиции, то есть... Со всех сторон у них есть подключение. То есть у них есть подключение с этой стороны, сверху, сбоку. Ну, снизу только нету, да, понятно, почему. Так, где, вон, я вижу прям какого-то здоровенного дядьку. А, это... Вижу я здоровенного дядьку, а это, оказывается, мой же транспорт. Так, ну, еще кто-то... Кто-то где-то был еще, нет? Нет, я бы еще... А, ну вот появился. Притом у меня здесь не стоят ракеты, видите. У меня просто стоят пушки. Стоят... Вот здесь я могу пришел. Стоят довольно-таки большое количество солнечных батарей, чтобы заряжать большое количество батарей, то есть понятно. Давайте мы по прямой мы проехались с удовольствием, да, теперь интересно проехаться вот по таким местам. Посмотреть, как они себя будут вести, эти гусеничные траки. Допустим, ну вот, собственно, давайте вот. Вот передок такой, чик, и видите, очень-очень хорошо. Единственное, конечно, их минус, это большая скорость. То есть вот сейчас было видно, да, то есть если я, видите, ударяюсь, воу. Ну, двигателей столько много, что я, ну, у меня поднимает передок. То есть я на больших скоростях приподнимаюсь, это, конечно, ну и вот, ага, еще один минус увидел. Но это моей постройки, не минус гусеничных треков, а минус моей постройки. То есть то, что вот эти вот щиты, они здесь мешаются и можно перестроить немножечко. Вот такую юбочку перестроил, по-другому выглядит, теперь задевать точно не будет. Так, вот видно, что, ну, даем немножко жару и все, специально двигатели стоят. Да, не видно, что они мощные. То есть вот эти гусеничные траки, видно, что они не очень мощные. То есть они, вот, допустим... Да нет, здесь вот нормально, смотрите, спокойно приподнимаюсь. Смотря какой склон. Похоже, от этого все зависит. Но они мне нравятся. Вот они мне намного больше нравятся, чем, допустим, до этого я смотрел. Очень прикольные. И, наверное, я в новом сезоне что-нибудь из них попытаюсь построить. Потому что они появляются довольно-таки быстро. Геокорпус вообще качается очень быстро, потому что появляется устройств очень много геокорпусских. Так, надо несколько двигателей перенести вот сюда, вот, а батареи убрать под низ. Тогда у меня будет баланс реактивных двигателей. Но это ладно, это ерунда. Это вообще просто чисто для удобства, если я на этом устройстве буду когда-нибудь ездить. На этом я буду заканчивать. Сами делайте, конечно же, свои выводы из, надеюсь, и из моих, из этого видео, и из ваших же экспериментов. Но вот эти вот гусеничные треки мне побольше понравились. Они, ну, поинтереснее будут, вот серьезно. Серьезно, поинтересней. Потому что все остальное, ну, какое-то такое неповоротливое, неприятное вот это вот... Какое-то неприятное такое подторможение при поворотах, что вообще очень раздражает на самом деле. А здесь же прям... Ну, очень отлично. И вес, как видите, они держат очень-очень большой. То есть, вот в данный момент они спокойно едут и не скрипят. Да, конечно, когда я стартую и весь вес переходит на задние гусеничные треки, то, конечно, тут проблемка. Но вот в остальном во всем очень-очень эффективно они работают. Мне нравится. Прям, смотрите, настолько прет, что передние гусеничные треки приподнимаются. Блин, клево. На этом все, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления, новые уведомления о новых видео. Прошу прощения за то, что заболтался, ну и до скорых встреч, всем всего удачи и пока!